как нужно обрезать тую. Сейчас посмотрим и рассмотрим это все. Здравствуйте, уважаемые друзья! В этом видео, как обрезать тую и сделать шарик на штамбе. Итак, рассмотрим на примере туи как колоновидной колонны. Хотим сделать из нее шарик. Вот она примерно около метра. Видно, что она кривая. Она посажена так, скорее всего. Ну, здесь рос барбарис, сейчас его нет. Теперь будем делать из него шарик на ножке. Начинаем прям спокойно и хладнокровно обрезать все веточки. Это у нас апрель месяц, конец. Срывать все веточки, все до единой. Потом, которые появятся, ну, здесь можно еще. Туя неприхотливая к обрезке, очень хорошо. Вот у нас получился штамп. Штамп, да, она стоит криво, как вы видите, не вот так прямо, а криво. Но это когда выкопаете, вы можете посадить ее ровно, и все будет нормально. Теперь с верхушкой. Самое главное и интересно. Берем вот так, зажимаем. И прям тоже отодрать. Это можно отодрать. Все. Вот он шарик на ножке. Как вам? Лучше его. Единственное, его надо сейчас выкопать, пересадить, и чтобы он стоял прямо, посадить его вот так. Он будет развиваться и вверх, и вниз. Его надо постоянно постригать. И будет довольно красиво. Вот даже божья коровка осталась на нем. Ну как, где показать? Да вот. Видишь ее? Да. Ну вот, еще раз показываю. Просто выкапываем. Ну, если не хотите пересаживать, можно взять, поставить, что-то привязать, и она будет стоять за год. Она выровняется. Арматурку сюда вбили хорошо, плотненько. И привязали на стяжку. Ну, не плотно привязали, а так, чтобы... Или на веревочку потолще, чтобы ствол не стерся. И это все будет обрастать и будет шариком. В дальнейшем мы будем следить за ее судьбой. А вот это все, что здесь появляется внизу, все обрывать. Если кто настолько жалеет там или что-то переживает, можно взять специальную мазь тут помазать. Ну, я думаю, не стоит. А довольно живучая туя, поэтому все это будет прекрасно скоро выглядеть. Шарик на штамбе. А теперь я вам покажу, что можно сделать с брабанта, всем он нелюбимого. Возьмем тот же брабант, да? Когда он становится высокий, да, он разляпистый и не очень красивый. Также берем, обрезаем вот эти все ветки. Остается только у нас вот это. Обрезаем вот это, оставляем 3-4 ветки. Да, он некрасивый, но он нарастает буквально за год, за сезон. Но я это буду делать потом. И вам обязательно покажу, как это все делается. А сейчас мы посмотрим, как я в прошлом году делал и что с ними сейчас. Пойдем. Ну вот он, брабант. Вот брабант на ножке. Видите, здесь раны зажили. Как бы все нормально. Ничего не растет.
также берем и чуть-чуть подуже, не так как там, чуть-чуть подправляем его, и все, он пойдет, я думаю, к осени будет. И этот также, этот даже на двух ножках. Вот видите, вот он дает подвиги, вот эти вот, они совершенно тут необходимы, не срезать, потому что, ну, как бы они ни к чему. Все, вот это, конечно же, убирается все. И скоро будет шар плотный и хороший. Ну вот у нас шар большой, видите, но мы внизу оставили как площадку. Но это будет все обрезаться ножницами, электроножницами, то есть и шар будет формироваться электроножницами, то есть после зимы его еще не трогали. Как я его буду формировать, я вам обязательно покажу. Шар, но внизу у него как бы площадочка оставили, и вокруг вот так обрезаем постоянно. Это барабант. Вот если он стоит необрезанный, это у нас обрезанный барабант и довольно красивый. Ну, когда его в порядок еще приведем, я потом обязательно сниму, что из этого получается. Еще какая-то пиарная стрижка может быть в барабан. И пройдем сюда. Это жертва. Пожалуйста. Сразу срезает. Вот это жертва. Вот раз, два, три, четыре. И, а вон там, видите, еще больше. Но это все делается для того, чтобы он сильно высоко не рос и красивым был. Но эти все будут выкапываться и уходить на наш центральный участок, на наше расширение. Ну, на этом все, уважаемые друзья. Хочу заметить, что это не так уж трудно обрезать тую и делать фигуры. Всего доброго! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Удачи!